В эфире «Дежурный по городу» мы показываем то, на что ответственные организации почему-то закрывают глаза. А ведь город имеет право знать. Гагарина, 73. Жители жалуются на отвратительный запах в подъезде, который доходит уже и до квартир. Проблема. Запах в подъезде. По поводу засора трубы. Слесаря приходят, что-то там поделают, поширкают, уходят. Какое-то время прям проходит, они в этот же день еще раз идут. Еще раз. В общем, тут по-хорошему. Нам надо вот этот лежак, вот, который проходит, вот, трассу менять. Там запах вот от того, что вот стена, видите, это вот первый этаж затопило квартиру. Вот это вот из подвала все идет. У него тоже на первом этаже надо вентиль. Это тоже забота этого ЖКХ. Вентиль на стояк на общий, который, он гнилой. Я на пятом этаже, сказать, это все мы открываем чердак, чтобы хоть туда запах этот выходил. Невозможно пахнет. Раньше у нас такого не было. А в последнее время вообще невозможно, что пахнет вот это все. Это в квартиру же все. Пришли, вытащили что-то, оставили все там, то, что нагажено было. Не убрали ничего. И вот отсюда, пожалуйста, вот она, запах этот. Это типа они устранили проблему. Пришли, белизной налили, обрызгали, запах устранили. Это значит, они устранили проблему. Проблема так она и осталась. То есть они на дню могут 2-3 раза прийти и уходят. И все тоже остается все на этом же уровне. Кто ее знает, что они делают? Говорят, мы почистили. Ну вот, вот буквально вчера, что у меня не приходили, ничего в руках нету. Пришли, в подвал зашли, посмотрели, там дыра, говорят. Я не была в подвале, там дыра какая-то очень большая в подвале. И все вот это вот там, канализация вся гуляет. Я разговаривала с парнем с пятого этажа, он говорит, по-хорошему, говорит, нам должны, как вот они поменяли от первого подъезда и до, вот от скорой и до второго, вот эту трубу поменяли, нам должны вот этот вот лежак поменять. Наверное, денег нет. Аварийку ночью как-то вызывали, мы до городскую, не ЖКХ, а городскую ночью чистили, аварийку вскрывали, приезжали. Булькает канализация и запах замечательный, во всех квартирах уже запах. На утро рано уходит на работу, спускается, вот она мне звонила, говорит, Толь, я буду звонить скат, потому что, говорит, я вот 2 утра выхожу, говорит, то есть она вот доходит до подвала, и кто-то в это время сливает бачки, видимо, воду, она говорит, там все вот булькает, все течет, вот в этом вот, я говорю, там дыра в этом вот, в трубе, видимо, дыра, и вот она там, и все, и сразу запах по всему подъезду. Ну что, не хотят, наверное, что? Пришлют, посмотрят, так поверхностные уходят, не хотят, наверное. Средств, наверное, нету. Если на вашу коммунальную проблему не реагируют, пишите, звоните в нашу программу, и мы поможем вам обратить на себя внимание.